Всем привет! Это есть новая серия моей секретной жизни. С вами Полина из города Красноярска. Сейчас мы находимся в деревне в поселке Большая Мурта. Время где-то 7:30 вечера. Вот. Сейчас я пойду в магазин со своей мамой. Вон Марк, если вы увидите. Вот. Увидимся чуть попозже, когда я приду в магазин. Сейчас выйдет мама. Эта серия будет очень короткая, потому что сейчас темно, снимать уже нечего. Вот. И у меня на телефоне не работает вспышка. В общем, вот. Дядя Виталий на машине моего папы. То есть отчима. Вот машина моей мамы. Дед Королла. Вот. Если вы увидите, на ней очень много звезд. А вот вам их не видно. Жаль. Вот Мартин. Мартин, иди ко мне. Иди сюда, пожалуйста. Вот, пиши. Это лучше. Ты замерз, да, уже он в курточке. Замерз, ну, чуган. Сидеть. Не хочет, холодно. Ну, может. Сейчас мама выйдет. Наконец-то теперь я хочу обратиться к девчонкам. Ранеткам. Анечка, Леночка, Женечка. Вот Анечка, Милочка. Что, знаете, что мы все очень любим, все ваши, мы все ваши фанаты. Всегда оставайтесь такими же добрыми, пассивными, молодыми, энергичными. Вот. Будьте всегда с нами. Знаете, что мы вас очень любим. Так, сказали больше нечего, где ничего не накопилось. Сейчас уйдет с вами на машину. Сейчас я очень замерзла, но улица 40 градусов. Вот, если увидите. На улице 35 градусов, или 35 градусов, я ужасно замерзла. Сейчас выйдет мама, и я с вами попрощаюсь. Сейчас мы зайдем, она очень долго идет. Потому что ты очень долго идешь. Да. Анна Александровна, не могли бы стать в камеру и сказать привет, и сказать привет Ранетке Лэнд? Вот, мама с вами поздоровалась. Вот, ну ладно, всем пока. Мартин, ну ходи, пойдем. Ну ладно. Ладно, всем пока. Сейчас мы пришли в магазин с Мартиновой мамой. Завтра день рождения моей бабушки. Ладно, всем пока, всем спасибо, увидимся завтра.